Не просто то любить, что трудно нам дается, и путь на сцену у станка всегда начнется. Занятия, репетиции, упорство и усталость. Но ты шага смели, ведь это цель, ни баловство, ни жалость. «Поверь», — шепнула мечта, и отчетный концерт хореографического отделения детской школы искусств начался. Тернистый путь к сцене в концерте был нарисован через историю одной начинающей балерины. 83 воспитанника хореографического отделения весь год трудились у станка, чтобы вырасти в мастерстве, вырасти над собой и унести зрителя в волшебный мир классического танца. Свое мастерство показывали и выпускники, и те, кто только учится держать осанку и тянуть носочек. На сцене сменяли друг друга артисты ансамбля «Карусель» под руководством Татьяны Гребенкиной, танцевально-спортивного клуба «Променад Стайл» Ольги Кожевниковой и малыши из ансамбля «Хорошки» под чутким руководством Кристины Богдаловой. Хореографические находки удивляли, пуанты сменялись на сабо и чешки. А иные артисты выходили на сцену босиком. Thank you.
Отчетный концерт – это всегда не только возможность продемонстрировать свои успехи, но и сказать слова благодарности педагогам, как это сделала выпускница хореографического отделения, лауреат и победитель многих конкурсов Анастасия Казанцева. Я уже выпускаюсь, и моя мечта – стать профессиональной танцовщицей. И именно вы на протяжении всех 11 лет, именно вы рассмотрели мой талант и развили его. И, наверное, это главное, когда у ребят есть мечты, а педагоги и родители верят в них и помогают идти к намеченным целям.